23 декабря в дневное время около 15 часов в Лагу, то есть на мосту через реку Ива, между улицами Чехова и Амбросова, напротив дома 14 по улице Чехова города Перми, значит, мужчина совершил насильственное действие сексуального характера в отношении малолетней девочки. Значит, мы сейчас разыскиваем данного преступника. Приметы его на вид около 30 лет, рост примерно 170 сантиметров. Был одет пуховик серого цвета, голубые джинсы, вязаную шапочку серого цвета. Восьмилетняя потерпевшая тут же о случившемся рассказала маме, но задержать подозреваемого по горячим следам не удалось. Следователи просят внимательно посмотреть на фоторобот предполагаемого преступника, особенно жителей Мотовилихи и микрорайона Костарева. Если вы знаете что-либо о местонахождении этого мужчины, просьба звонить по телефонам 271 85 85 или 02. Анонимность гарантируется.